Друзья, находимся в местечке Казинини. Заказал чай. Принесли такой букет разных чаев. Говорит, выбирай на вкус, как говорится. Молоко тоже принес в такой штучке. Прикольно. Вот, выбрал вот этот чай. Посмотрим, что из этого получится. Что за чаек. Вот цена чая 1 евро. Вот такой пирожка стоит тоже 1 евро. Его дела. Это единственная кафешка, которая здесь сейчас работает в этом городе. Не знаю почему, то ли у них выходной, то ли сиеста, то ли что тут происходит. Но весь, хотя город его нельзя назвать, тоже такая небольшая деревня, скажем так. Такие вот дела. Вот такая вот итальянская житуха здесь проходит. Все сидят, ну как все люди сидят в кафешечках. Общаются. Точнее, в одной кафешечке, потому что пока я здесь больше кафешки еще не встретил. Все тихо и спокойно как-то. Так, это все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.